Это просто когда мяч залетает в ворота. Мяч залетает в ворота, это для всех радость. Так я это себе. Для меня это очень большая радость, что кто-то забивает гол. Шавин с одной. Удар и гол! Шавин! Для меня гол – это некая победа, так скажем, какой-то футбольной команды, когда один участник команды забивает в ворота другой команды мяч. Перед тем, как кто-то забивает гол или как-то идет к нему, я либо вот так нервно хожу по комнате туда-сюда, туда-сюда, вот так вот не смотрю туда, но когда кто-то забивает гол, я слышу об этом, я начинаю просто носиться по всей квартире, ну или по всему дому и визжать от радости. Ну, так всегда. Yes, 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 yes! Получи, как вот бывает в футболе! Я бы выбрал, наверное, какой-нибудь гол в его знаменитой игре с нидерландцами. Потому что там было, конечно, эпично тоже. И все. Гол. Аршавин! Гол! До свидания, Голландия! Мы в полуфинале! Угловой удар – это когда команда и в их угол, то тогда противник должен из угла забить ворота гол. Вроде бы это когда противник попадает мячом в угол, и оттуда противоположная команда, соперники их, бьют, стараясь забить ворота. Вот мяч из угла, хоп, и ворота. Гол! Ну, это просто когда как-то неопытно кто-то так кинул, что мяч вылетел с поля, и приходится его закидывать обратно. Нет? Ну, если в целом говорить, это не значит ничего. Без понятия. Офсайд? Ну, что-то... Ну, когда какой-то человек находится на какой... Ну, как это сказать? Когда противник находится на другой части половины, что-то такое. Ну, я не помню. Неспортивное поведение – это, если смотреть про футбол, то, ну, это неправильное поведение. Ну, либо чтобы кто-то кого-то ударил, кого-то зацепил. Может быть, не так мяч закинул, как-то вот так. Это когда, например, какой-то футболист спорит с судьей. Мне кажется, так. Ну, когда кто-то пытается кого-то ударить, это неправильно. Игра может быть лежа. Ну, типа, это плохо. И красная карточка. Красная карточка Аршавину. Даже не знаю, как объяснить, но это можно понять. Вот как в обычной жизни неспортивное поведение – это как плохое поведение, грубо говоря. Только в футболе, ну, в спорте оно называется иначе. И там, получается, зависит неспортивное поведение, зависит от того, как ты ведешь себя. Ну, я не знаю, как толком объяснить. В общем, так.